ж, всем привет, с вами я снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорнее прохождение Михаил не только. Это у нас, в общем, продолжение прохождения игры, Ведьмак, первая часть. А и так-то мы начнем, в общем-то, эту серию, по номерам уже 42. Проходим, в общем-то, уже главу четвертую. И начнем с выполнения очередного дополнительного квеста, который у нас называется «Привычка вторая натура». В общем, как раз мы его сейчас выполним. Этот квест, ну, как раз поближе находится, чем вот этот пока что дополнительный. Другие у нас пока, видимо, квестов пока нету, которые можно было пополнять. Так, ну что ж, идем, в общем-то, в то место. Мы знаем уже, куда нужно идти, чтобы найти этих утопцев. Так, сюда нужно идти. Помечаем на карте. В каком направлении нужно направляться. Так, нам нужно идти вот в эту, по-моему. Так, куда идти? По-моему, это сторону, да? Что ж, идем. Так, а здесь у нас не полночь все-таки. Нам полночь нужно найти этих утопцев, то можем найти только ведь. Так. Так, ну, как бы да. Смотрю-ка, все-таки сейчас у нас в каком времени-то. Какое у нас время-то сейчас идет. Ну, как бы полночь. Дальше до полночи перемотаемся. Что ли тогда? Отлично. Чтобы удобства у нас появлялись. Покойненько. Так, пошли, в общем-то. Будем искать сейчас этих, в общем-то, утопцев. Хотя, как бы, понятно, понятно уже, куда нам нужно идти. Так, вот неизвестное растение. Ух ты. Моряку виверн здесь обитают. По-моему, контракты на виверн тоже нужно выполнять ведь. Но пока контракты мы не собрали, так что... Смысл сейчас пока их выполнить. Хотя, можно сейчас прямо попробовать повоевать с ними там. Что ли? Собирать им сам ингредиенты с них-то. Пока такая возможность. Ух ты! Нифига себе, он... Ой-ой-ой, тихо-тихо, дружище, я не успел его вырубить. Да что такое-то? Не успел, в общем-то, мне этот зараза. Один, в общем-то, я прокинул. Вне это... Так, давай-давай. Так, быстрее восстанавливайся. Энергия! Восстанавливайся, отлично. Давай! Вырубай его. Эх, нет, не получится вырубить в этот раз этого. В сравнении с двумя предыдущими-то. Так, энергии пока не хватает. Чтобы, в общем-то, его вырубить временно. Так, отлично, давай. Добиваем. Ну, попадается, в общем-то, сберем с ними. Сберем тебе сам ингредиенты заодно. Если такая возможность имеется, еще не воспользуется этим. В любом случае пригодится. Так, места нет, что такое, да? Ну что, все забито? А чем она забита, не пойму? Почему я могу поместить? А, снаряжение. Да, конечно, немного всего у меня здесь забито, лишенного валяется. Чтобы такое выкинуть вот. Так, это нам нужно точно. Так. Ну хотя. Что, например, ну ты это съесть. Так, восполним немножко здоровья тогда. Заберем тогда. Во. Так, где еще? Так, берем. Пригодится. Отлично. Идем дальше. Отправляемся, в общем, к нашей цели. По этому квесту. Так, а вот и утопцы, Марика. Давно еще мы их не искали. Так, давайте, идите сюда, друзья, идите. В общем, будем вашего Зефира сейчас искать. Вашего лидера, вожака этого. Отбирать что-то у него украденное ожерелье, которое там... Надо побольше мутовцев можно завалить, чтобы этот Зефир появился. Давай, ударяю их там всех. Так, иди-ка сюда, дружочек. Давай, Зефир, появляйся. Так, еще утопцы, что ли? Марик, там эльф, оказывается. Ну, заберем ингредиенты. Сейчас поможем, в общем-то, этим бедолагам эльфам. Теперь, в общем-то, мы всегда будем помогать. Так, в общем, выбор сделали. Так, давай, давай, собирайся. Ты там забыл из этого собрать. Вот, отлично. Так, утопцы, так, кто там? Кто-то, в общем-то, утопец какой-то напал, да? Эльфа. Я увижу твою смерть! Да, поможем тебе, дружище. Давай, в общем-то, добивай его. Добивай. Хотя можешь.
не добивать, в общем-то. Так, он уже травить утопца на отмере берегу реки теперь. Так, здесь, видимо, мы с ним сам с ними разобрались. Отлично. Так, нам куда дальше нужно идти? Посмотрим. Здесь, в общем-то, мы со всеми утопцами разобрались. Так, какое место следующее на карте-то? Давай показывай. Так, теперь сюда, да? Ну что ж, тогда сюда идем. Так, понимаю, нужно сюда идти. Здесь утопцы. Здесь верно, нужно утопцами разбираться. Так, эльф у нас, видимо. Там у них, видимо, пещерка, что ли. Убежище небольшое. Потом сходим. Пока ждем, в общем-то, следующее. К следующей цели, в общем, докончим квест по-быстренькому. Да, утопцы, конечно, они, видимо, какие всегда были противными существами, сами такие нелюбимые, нелюбимые эти врага, наверное, у всех. Ну, у многих, наверное. Идем, в общем, тому месту, где у нас лодка была. Возможно, конечно, возможно, на этой лодке можно тут такой тургул, кажется, попасть. Надо будет тоже попробовать это сделать, конечно, потом, попозже. Так, где у нас лодочка-то? Так, кучатый мертв, заберем. По пути попался. Ничего, берем, пригодится. Так, утопцы, 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 давайте, появляйтесь. О, здесь любить появляться, ставить. Вот опции. Где же вы там? Что ж, надо вас так долго ждать. Римжин. Крас. Ну и утопцы, что, день там? Или нам нужно лодки добираться, да? А, хотя, может, на лодке нужно добираться-то. А, давайте попробуем все-таки. Так и есть. Ну чё, утопцы. Так, мы прибыли, как понимаю. Так, вот, видимо, это место. А, черт, вот мне это место купания на яды. Погоди. Там мы что-то вообще не туда, что ли, прибыли-то? Зачем мы что-то тогда направлялись? Не понял что-то. А, вот они, утопцы-то. Костерок здесь у нас имеется. Отлично, мы прибыли, в общем, куда хотели. Здрасте, утопцы, вы, наверное, не против будете. Давайте с вами разберемся. Давайте все по очереди. Кружочек, кружочек собираемся. Собираемся в кружочек. Все. Одним общим ударом сбубахли четырех утопцев. Так, теперь на берегу реки, да? Так, где у нас это место находится-то? Явно не здесь, как понимаю, да. Придется возвращаться обратно. Марик, не так они маленькая локация-то, вот мель. Довольно интересно. Так, соберем сейчас с них ингредиенты. Четырех, в общем-то, утопцев одним ударом, Марика. Ну, почти что одним ударом. Какая там, в общем, одной сказки-то? Семерых мух одних ударом, да? Забабахал. Так, отлично. Семерых одним ударом. Так, отлично, ну что, ждем тогда. Все, думать, видимо, здесь уже больше нечего делать. Отправляемся тогда обратно. Переходим к следующему, третьему месту, последнему. Так, отлично. 90, в общем-то, это место последнее, третье. Так, еще раз карту
Смотрим так, приход деревни. Значит, тебе нужно сюда отправляться. Так, это у нас хлеб. О, карта при этом еще чем-то открылась. Большая часть. Ну что ж, видимо, туда нужно направляться. Поэтому, в общем-то, пути. Чтобы добраться, да. Так, погоди, мы вернемся обратно. Уберемся отсюда, точнее. Осталось по тем самым последним местом посетить, да, в общем, разобраться там с утопцами. Как раз заодно попадем, в том числе, в деревню. Таким образом, так, а мы тем путем идем-то? По-моему, все-таки не тем путем. Вот, нет, как бы тем. Да-да-да, все правильно. По этой дороге. Ничего, сориентируемся, думаю. Ох, снова верно появились. А давайте с ними разберемся. По-быстренькому. Чем-то одним ударом. Двух. Ну точнее, двух, в общем, двумя ударами. Заберем заодно за. О, кого-то они там сожрали за раз такие. Виверны. Так, берем. Ингредиенты. В любом случае пригодится все это. Так, этого бедного-то. Ну, Орина пригодится нам. Жаль, конечно, но помочь ничем уже не сможем. Не успели. Так, сходим сейчас на всякий случай. Идем, в общем-то, в сторону прохода к деревне. Там, видимо, это да и разберемся с ними. Утопцами последними. Последней группой. Кто это такой? Что за звук такой, интересно? Не очень понятно. Так, моряк, пусть склеп туда, в ту сторону. Так, вот один проход деревни. Ну да, так и есть. Указатель. Геральт! Лютик. Как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировал Трис, это было удивительное ощущение. Всегда хотел это попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно. Надо будет использовать это в моей новой балладе. Какое чудесное место. Трис сказала, мы должны оставаться здесь, пока все в Изиме не стихнет, а принцесса не забудет о своей мечте перегрызть тебе глотку. Не имею ничего против. Расскажи мне об этом месте, если можно, в прозе. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. Какие тут крестьянки? К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтыса, выходит замуж за Юлиана, состоятельного купца из Кавира. А еще здесь живут водяные и... Ах, да! Еще Алина взяла опеку над Альвином. Нашим Альвином? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да, Трис спросил тебя присмотреть за ним, так как кто-то другой тоже его ищет, или что-то в этом роде. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрей в таверну. Какая-нибудь очаровательная девица обязательно пробудит мое вдохновение... Ну да, как обычно, Лютик учим на своем репертуаре. Так, я должен искать Альвина, поговорить с ним, но это мы попозже сделаем. Мы, если очень сюда идем, то не из-за этого. Так, нам нужно вообще-то собраться как раз в это место. Так, это попозже в сети. Пока что доделаем все-таки квест тут до конца. Ради него мы как раз и прибыли. Разобраться наконец с утопцами, с тем же Зефиром. Как он, в общем, нас зовут. Так, нам нужно отправляться вот это место. Нифига себе, красивые такие. Столбики стоят с этими ленточками разукрашенные. В общем, ищем последних утопцев. Заодно как раз тогда Зефир появится. Их вожак. Так, нам не сюда. Хотя сюда потом тоже сходим. Черт, здесь конечно, полно всего. Хоть, конечно, игра не такая прям уж и... Как бы в плане графики она довольно неплохая, красивая, все равно. Так, а вот утопцы, кажется, да? О, смотри-ка, яга, какие-то яги. Так, а нам сюда вообще нужно-то. Может, сами разберемся с ягами? По-моему, тоже контракт, какой-то контракт нужно выполнять, чтобы там кучу раздобыть. Ингредиенты какие-то.
Что это за еги такие? Так, давай, одну, кажется, завалили, да? Давай, добивай их. Давай. Успеем. Отлично, успели всех троих. Фу. По-моему, все равно контракт с ним будет связан. Один интересный. Заранее пособираем пока что. Так, в общем, такая возможность имеется. Гранет с них. Так, мест, места хватит, надеюсь, хватит. Придется что-то явно выкидывать. Сейчас нам очень выкинуть. Ну, не знаю, вот шкура, что ли. Так, это мы оставим. Чем бы такого вас выкинули, блин, то, что мне не пригодится. О, клыки флэдер, у меня 6 штук имеется. Но они пригодятся, берем пока, оставляем. Так, что бы такого вот выкинуть, а? Все кого нужно. Так, виноград нужно съесть. Надо виноград съесть. У нас все равно один. Здоровайтесь, возьмите, вас поним. Так, отлично. Так, сейчас, в общем, рыбку съедим-то. Ну, немножко пополним. Чтобы не пропадал зря. Так сказать, лучше. Так, и... Так, пока, давай. И последнюю. Отлично. Места хватит. Так, тихо. Так, берем еще-то кристалл этого. Так, это тоже берем. Зубы яги берем. Место. Так, а что-то они всегда не получается. Так, это тоже. Наследуй. Давай. Отлично. Так же пускай будет доска объявления, но это же деревню, видимо, деревню нужно посетить. Все-таки. Но пока мы это нам не туда нужно идти. Нам потом будет на обратном пути все-таки сделать, а забрать все контракты, чтобы сразу их там начать выполнять. Так, где же наши ютубцы-то? В каком месте здесь, что ли, не находится? Не показался, это что-то. Какая-то трясучка была. Так, утопцы. Давайте. С бабахом вас. Отлично, готов. Так, вот где Зефир, да? Плавон появился. Ну давай, давай. Иди ко мне, сейчас мы тебя вырубим. Ничего, с тобой быстро справимся. Думаю, довольно занятно будет. И добиваем, в общем-то, его. Красавец, молодец, Геральт. Все, в общем-то, обыщем его. Да, так, сейчас обыщем этого засранца. Так, вот, видимо, то колечко, которое нужно будет вернуть. А, вот он жерели, то вот оно жерели. Так, берем, все, нужно вернуть потом на яде это жерели. Это пригодится. Берем, берем, берем. Отлично. Так, этих тоже собираем с них ингредиенты. Так, погоди, а где остальные-то? Эй, где там? Надеюсь, не все, но у нас никуда не исчезли. Я с них сейчас бы собрал бы. Ингредиенты-то. Так, давай, Геральт. Собираем. Так, в общем, квест мы, так сказать, выполнили полностью. Так, все неизвестно. Где-то еще, по-моему, один был. Четвертый. Троих, в общем, мы обследовали. Так, вот четвертый. Забираем. Ух, моряка, пещерка. Так, а что за пещерка такая интересная? Это просто так. Ну ладно. Так, ну тогда, в общем, идем обратно теперь. Так, сохранимся на этом месте. Так, обязательно сохранимся. Так, помещаем, в общем-то. Сейчас мы, думаю, сходим все-таки деревню, на деревеньку. Так, это мы обследовали. Нам сюда нужно обратно. Так, погоди, рухнувший мост. Так, надо к мосту зайти тоже, вот, обязательно будет сходить. Сюда сходить, блин, сюда сходим тоже. Пойдем-ка пока сюда. К рухнувшему мосту, посмотрим, может там какой-то персонаж какой-нибудь есть. По-моему, кажется, у этого моста какой-то квест может здесь. Так, тихо, не понял. Ох ты, это что за скалопенда какая-то? Ой-ой, меня сейчас не убьют еще, не хватало. Ой, ты, тихо-тихо, Геральт, очнись. Вот он остопает, оказывается. Так, у тебя огонь, что действует на тебя, огонь-то действует. Давай, влезай. Не понял. Я ничего, а мне сейчас убьют же. Давай, вылезай, зараза. Алик, она опасна довольно, тварь-то. Давай бей. Давай вылезай, зараза.
скалопендра какая-то. Нифига себе, что? Новый какой-то вид. Марик, он этого зараза вылезает, конечно, не так часто. Его так не убьешь. Зараза, может так огоньком его зажечь-то? Попробовать. Ну ты чё, готов, что ли, прям где-то? Готов, зараза. Фу, по-моему, готов, да? Отлично. Нифига себе, конечно, какая-то гусеница переросток. Да, блин. Нифига себе, конечно. Какой-то новый вид, видимо, от этих эхинопсов всяких там, в общем-то, архиспор и тому подобное, видимо, да? Мест не хватает, ну отлично просто. Сейчас придется выкидывать, ну хотя бы этого кинем-то. Это нам возьмем, пригодится. Нифига себе, что существо. Ух, мне нахуй нас старает, нас там вынесло-то. Просто. Так, используем пока ласточку-то, пока время есть спокойненько. Зарыв исполнится, думаю. Обязательно. Так, ну что ж, да. Жестко, конечно. Тоже мне какой-то контракт будем на них выполнять, наверное. Ох ты, ёпси-мопси, ты тут существо. Так, здесь, мне кажется, мы пока никого, наверное, не встретим, да? У моста-то рухнувшего. Так, эти костерка-то у нас нету. Перемотать-то время не получится. Придется, по счету, обратно потом сюда возвращаться. Так, я понимаю. Ну да. Нет пока здесь никого. Наверное, все-таки утром здесь будет, кто-то будет. Ну ладно, тогда, в общем-то, идем пока в деревеньку, думаю, зайдем. Зайдем все-таки в деревеньку. Так, сюда идем пока. Ну, с одной, поэтому нам сюда тоже сходим. Надо будет здесь обследовать. В любом случае, все квесты активировать таким образом. Че, кажется, это какая-то какая-то херня, которая земля вылезает. Сарканожка какая-то хреновая. Не знаю, конечно, нужно будет тоже, наверное, придется, наверное, их искать повсюду. Ну ничего. Этим тоже. Займемся потом обязательно. Может даже какие-то контракты мы сможем чисто там выполнить. Таким образом, случайно. Посмотрим сейчас, как получится. Так, вот раз деревенька у нас. Так, и у нас еще за место. Туда, куда мы идем, то много нужно. Дома Лина. Нифига себе, какой персонаж, что как зовут. Так, где у нас деревенька, где у нас можно найти контракты на архивы, на всяких там монстров-то. Я чего-то не пойму вообще. Странно. Это у нас деревенька, если мы найдем это, что ищем? Или здесь просто отдельный дом? Нифига себе. Так. Сейчас посмотрим. Нам бы полазить, конечно. Да, понятно. Нам не сюда пока. Нам сюда пока не нужно. Это, по-моему, красавина поговорить, но... Да, о, дом кузнеца. По-моему, у него квест можно взять. Если не ошибаюсь. Так, где у них... Только где, интересно, у них искать... Охранник корова, понятно. То где искать вас доску объявления, интересно, понять бы еще. Где-то явно нужна доска объявления находиться. Около таверны, мне кажется, да? Так, дом, понятно. Сколько здесь домов всяких можно зайти. Так, сирок. Вот там перемотаем время, может. Понятно, что где-то надо искать таверну. Все нужно как-то таверна быть. Перемотаем тогда пока время на полдень, что ли. Потом зайдем квест. Пока что не будем его сдавать. Мы косо выполнили, пока здесь немножко полазим. Осмотримся. Подберем тут, поднаберем квестов кучу. Старое место поговорить не про персонажка, которых там мы ищем. Да. Твоя сестра рада, что выходит замуж? Ну, конечно, она рада. Ей немного надо. И уж точно ей наплевать на младшую сестру. Думаешь, я завидую? А я только правду говорю. Алина счастья не заслуживает. Ненавижу эту нимфетку. Она же у нас зеница ока папочки. Ей все можно. А теперь она закадрила Юлиана. Богатого купца сама шляется везде и задирает нос. Не беспокойся, ты себе найдешь хорошего мужа. Лучшего, чем Юлиан? Не этого? О, как я страдаю за народ Адама. Издеваешься? Или, может, ты имеешь в виду отшельника из полей? Такие вот варианты. Ты видел, какое обручальное кольцо Юлиан подарил Алине? С бриллиантом, с голубиное яйцо. Не нужно злиться.
Почему ты тоже на ее стороне? Признайся, она тебя тоже околдовала? Нет, вы уже успели на сеновале покувыркаться. Я ее знаю. Как же я ее презираю. Но нет, сестренка, такой лафы тебе не будет. Тебя она не получит. Ты будешь моим. Я тебе отдамся прямо сейчас, на ближайшем камне. Только ты должен подарить мне кольцо покрасивее, чем то, что Юлиан подарил Алине в честь помолвки. У меня есть для тебя кольцо. Покажи. Оно красивее, чем Алинина? По-моему, есть какой-то. Только не знаю, подойдет ли оно вообще. Посмотрим сейчас, так, что он здесь есть-то. Пойдет ли оно вообще. Проверим сейчас. В любом случае-то. Вот, по-моему, оно как раз то, которое у нас есть. Единственное неповторимое. Ну, проверим сейчас. Давай. Пойдет. Где ты нашел эту ерунду? Купил у старого нищего? Или на ярмарке в день Святого Григория? Ладно уж, я это или не покажу, что я могу заполучить любого мужчину. Но... Заткнись и поцелуй меня. Ладно. Так, и все. А где? Конь квеста дополнительно нет? У нее получить такой работу, не знаю. Видимо, не получится, как я понимаю это. Я всегда была умницей. Так. Сколь ложно утверждение о том, что месть лучше подавать холодной. Че, все? Больше квест не конь. Ложно утверждение о том, что месть лучше подавать холодной. Видимо, квест можно взять, если не ошибаюсь. Немножко перепутал, по-моему, персонажей. О, клиент! Почему ты так удивлен? Редко кто покупает оружие в темноводье. Так что я так себе продавец. Ну, не как мой папаня. Папаня? Мастерская моего папани напротив стоит. Он ругается, что я вообще не кузнец, и послал меня торговать оружием. Какой в этом смысл, если никто ничего не покупает? Я не знаю, но лучше не спорить с папаней. Может быть, он просто хотел чем-то тебя занять. Может и так. Папаня очень злится, когда я за ним хожу и задаю вопросы. Говорит, что он бы мой прилавок на другой конец деревни вынес, да хочет за мной приглядывать, чтобы я сидел тихо и продавал кому чего надо. Так, а что это у него есть, интересно, посмотреть можно? Ух ты, сука, всего-то. Так, это что нас прибавляет? Да, немало всего есть, конечно, у них. Так. Неплохо довольно. Так. Ага. Так, используется связь матчем боевым стилем, понятно. Так, плюс 50% повреждений, так, она лучше, чем наша мечта-то. Ну, как бы он получше будет все-таки. По всем характеристикам-то он лучше. Можете сам заменить тогда, вместо этого, например, поставить. Думаю, хорош довольно меч, то надо будет воспользоваться все-таки. Ну да, явно лучше точно. Тогда вот это, думаю, продадим, что ли? Нельзя продать пока, что ли? Так, продадим-ка этот меч. Заменим этот на этот, заменим. Так, купаем. Отлично, хороший меч. Воспользуемся немножко, сменим себе очень немного оружия. В данном случае-то. Так, флаги у нас есть. Это нам не нужно. Да, хороший такой, довольно. По характеристикам, как написано-то, лучше, чем наш, все-таки. Так что прикупим в любом случае. Так, спасибочки. Так, как посмотреть, нужно под по небе еще вот. Как она может так ко мне относиться? Кого здесь можешь квест взять? Да-да. Старость не радость. Ну, как бы да. Ты права. Так, а вот еще из вас можно здесь... Да. Кого точнее можно взять квест тут? Да, подумать еще. Поискать, в общем. Так, вспомнил, кажется, понял. Приветствую, Милздарь. Зачем пожаловал? Здравствуй, я ведьмак. Мне показалось, здесь пахнет чем-то вкусным. Еще бы. Я готовлю традиционный тимирианский бигас. Капуста вот колбаса. А работы для меня здесь не найдется? Если меня память не подводит, ведьмак это типа воина-мага. Я убиваю чудовищ, утопцев, кикимор. Уверена, мне еще понадобится твоя помощь. Так как там насчет работы?
Мне как раз нужен такой человек, как ты, душечка. У меня жуткие проблемы с мужем. Наверное, боги меня покарали. Что случилось? Ты представляешь, этот старый пердун нашел себе суккуба. Думает, я не слышу, как они по ночам кувыркаются. Да только слух у меня почти такой же острый, как в юности. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я избавился от суккуба? Знаю я одно народное средство. Мне о нем еще матушка рассказывала. Отправляйся-ка ты в поле, да кокни там полуденницу, что там бродят. В волосах каждой из них есть пыльца света. Принеси мне 9 горстей этой пыльцы. Мы еще не обсуждали вопрос оплаты. Да, дорогуша, я прекрасно знаю, что бесплатно в этом мире ничего не делается. Есть у меня книга одна. В ней все местные травы расписаны. Если принесешь мне пыльцу, чтобы суккуба отпугнуть, отдам тебе эту книгу. Ну, отлично. Хорошо, я возьмусь за эту работу. В таком случае договорились? Конечно же, мы это не... Только такие квесты мы не пропускаем. Борьба с искушением, так. А, 9 горстей пыльцы. Полуденница, отлично, поищем. Обязательно. В поле при этом, да? А, при этом в поле нужно все это искать. Ты странный. Так, где нам это поле-то искать? Вот, здесь у нас помогает. Ух ты, фига себе. Как в общем локация-то преобразилась. Так, костерок есть, отлично. Корок, медалистка. Интересно. Так. Дома можно посетить. Солтеса. Да, дорога таверни. О, к таверне. Вот она. Пароход берег. Ну, как раз нужно к таверне попасть. Вот. Это точно. Так, это у нас дорога к мосту. Может, там картошка есть, наверное, выполним. Сможем выполнить. В общем, будет понабрать здесь квестов, конечно, пополнять их. Так, а вот все-таки интересно посмотреть. Вот. Так, посмотрим-ка перед этим все-таки. Так. А, на карте еще нужно понять, да? Так, нужно сюда идти. Ну, потом сходим. Пока мы, думаю, немножко здесь еще полазим. Обязательно посмотрим еще квестов. Добавлю всему. Так, сходим сначала вот сюда, вот это место. Обязательно. Так, можно идти вот сюда. Собираем, в общем, кучу квестов вот таким образом. Побольше, в общем, был вполне. Чтобы потом обратно не возвращаться. 500 по 500 раз, точнее, не ходить. Приветствую, Милздарь. И приветствую. Приветствую. Как тебя звать, величать, Милздарь? Если, конечно, можно спросить. Геральт из Ривии, ведьмак. Ведьмак. Вот ведь повезло. Сразу 2 ведьмака пришли. Я Тобиас Гофман, Салтис этой деревни. Скажи мне, Монстробой, что тебя сюда привело? Так, ну, как бы, работу поищем, видимо, да? Есть работа для ведьмака. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь, похожая на рыбу с ногами. Говорят, что гробница в полях — логово чудовища. У него огромные зубы, похож на помершую тещу. Рассказывают страшные вещи. Награды за этих тварей? И принеси доказательства, и я не поскуплюсь. Рассказывай дальше. О чем? Так, что еще у нас есть? Я хочу поговорить о водяных. Тогда говори с Юлианом, Монстробой. Он этим бизнесом занимается. Бизнесом? Ну да. Он вылавливает сокровища из озера, восстанавливает их и отсылает на рынок в Изиму. Угу. Есть ли в округе нелюди? Воистину так. Эльфы живут на берегу, несговорчивые они. Я хотел им еды передать, не лучшего качества, но вполне еще даже ничего. Они на меня так холодно посмотрели, что я аж замерз. Странный они народ, Монстробой. Но неважно. У меня и в своей деревне дел достаточно. Понятно. А еще тут рыболюди живут в озере. Вот какая напасть-то на нас. Почему? Последний раз они даже убили несколько человек, когда нас от озера отгоняли. Чертовы рыбы. Поговори с Юлианом, он больше знает. Учту. Милздарь? Так, видимо, все. Прощай. Так, отлично, ну квесты мы все-таки взяли, да?
Нам будет с двумя монстрами забраться, но это, конечно, нам будет еще на их типа. Так, как он сказал, в общем-то, один у нас обитает где-то в склепе, другой где-то... Ну, что мы можем поделать? Другой, в общем, где-то, видимо, ну, где утопцы, видимо, какой-то там Агнар, что-то наподобие Нарплауна, которому там этого Нарыка там назвали, этого Надир, которому мы забирались еще в первой главе, когда... когда проходили, в общем-то, лазили там, избавляли, в общем, жителей деревни от зверя. Так, ну отлично. Что-то кем еще можем поговорить-то? Посмотрим-ка. С кем-то еще. Так, мы здесь, по-моему, уже были. Так, в общем, посмотрим еще. Ну, как бы по мосту сходить стоит. А, кузнецом мы там квест взяли. Так, а что за нас... Так, пикарь какой-то. Может, Адаму садить, посмотреть. Что он нам скажет? Может, у него тоже какие-то квесты возьмем? Посмотрим. Так, на месте у кого нету, что ли? Да, как бы его здесь нету, что-то. Нету. Это я, не он. Ну? Так, на всякий случай сохраняемся еще раз. Так, тогда, в общем-то, идем на посадок, обследуем здесь, в этой деревеньке у нас. Так, ну да, вот сюда сходим. Как раз насчет Альвина можно будет с ним поговорить, по-моему. Как он сказал Лютик, в общем-то, он... А что мне? Здесь как раз вот деревня находится. Здравствуй. Приветствую. Я Геральт, ведьмак. Маэстро Лютик как-то пел прекрасную балладу о любви про одного ведьмака. Это согревает мне сердце. Ведьмаки, они как рыцари, которые сражаются против зла и несправедливости? Не совсем. О, баллада была такая романтичная. Влюбленные, связанные друг с другом предназначением, не могут встретиться. Красиво. Да уж, романтика. Я скоро выхожу замуж. Что тебя ко мне привело? Это ты заботишься об Альвине? Да, чудесный мальчик. У него такие большие глаза, такие красивые, такие романтичные. Ага. К сожалению, мой будущий муж не хочет усыновить Альвина. Он такой рациональный. Фу. Понятно. Я бы хотел поговорить с Альвином. Пожалуйста. Обычно он играет в деревне или помогает мне по дому. До свидания. Если зайдешь в таверну, посмотри, не морочит ли там Селина голову моему жениху. Что твой жених забыл в таверне? Он очень зол и отказывается разговаривать со мной. Видишь ли, мы поспорили из-за Альвина. Уже ссоритесь? Он хочет, чтобы у нас были свои дети. Говорит, надо отдать Альвина в храм Мелителия или в Ведьмаки. Ты найдешь его в таверне. Его зовут Юлиан. Понятно. Потом еще разберемся. Так, на ярком солнце я должен пойти в таверну поговорить с Ириной и Юлианом. Это попозже мы это сделаем. Туда мы потом обязательно направимся, в любом случае. Так нечестно! Привет, Геральт! Знаешь, что у меня теперь новый дом? Мы с Алиной ходим собирать малину. Тут намного лучше, чем в Изиме. Только я по вам скучал. Я тоже. Вижу, что тебе здесь нравится. Да! Здорово, что мы снова встретились! Мы будем убивать чудовищ и злодеев вместе? Альвин, во-первых, нельзя обижать других, а особенно убивать их. Во-вторых, сражаться с чудищами – это очень опасная работа. Пообещай мне, что ты будешь избегать ее, как только сможешь. Обещаю! Но ведь тут есть в округе эльфы. Одна такая красивая, у нее такие глаза. И она ругалась с Тобиасом. Может, поиграем в «Убейка эльфа»? Так, мне очень нужно поговорить с тобой и с Алиной. Это не Алина. Все ребята в это играют. Ты можешь быть великим магистром или кровавым Ейвином. Я всегда великий магистр. Поговорим позже. Нормально. Так, нужно поговорить с Алиной, попозже мы это мы сделаем обязательно. А хотя, думаю, как раз сначала мы все-таки направимся лучше к мосту. Там, по-моему, тоже еще один квест можно взять будет. Новый дополнительный квест. Пока вообще такая сейчас может имеется.
Так, отлично. Где у нас, в общем-то, к мосту-то направление? Пометим-ка. Так, нам сюда. Так, тихо-тихо. Как сюда выйти-то? Ой-ой-ой, что-то мы застряли. А это такой? Приветствую тебя, господин. Меня зовут Адам. Я Геральт. Я пытаюсь написать любовный стих для моей возлюбленной Алины. Попроси Лютика, он тебе поможет. Он в этом большой дока. Он объявил, что любовь должна стать моим вдохновением, а сам он занят проведением обманного маневра. Маневра? Он старательно ухаживает за дочерью Мельника, чтобы вызвать ревность Милздарыни Орлены. Он хитрый, Лютик. Как лис. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Да? Так, ну, на этом как бы знаем, где находится. Ты любишь Алину? Но ведь она выходит замуж. У нас тайная связь, никому об этом не говори. А брак настоящей любви не помеха. Пока. Ну, отлично. Так, ну, обязательно, в общем, его разыщем. Только нужно сначала попасть все-таки к тому мосту, во-первых. Добраться еще до этого моста нужно будет. Так, и... Где у нас путь? Так, погоди. А, так, дом пекаря, так. Хижина знахарки, таверна. Ну, еще в таверне потом сходим. А, ну, понятно, что к крохнувшему мосту нужно направляться, да? Какие-то развалины, так, проход в поле, один мы с квест можем выполнить. Один, да? Ну, пока что сходим к все-таки к мосту, потом, наверное, к поле, все-таки сходим, тоже квест, да, в общем, выполним. Попутно. В общем, есть, конечно, всего полно, черт. Разорваться, в общем-то. Приходится разрываться. Не поймешь, что в первую очередь стоит сделать. Что выполнить. В данном случае-то. Ну, квест, конечно, это, по-моему, не так прям уж сильно много дополнительных-то. Думаю, мы быстренько успеем выполнить. Лишнее, при этом я вырежу всякие там. Где там будет не сильно прям уж интересно смотреть. Где я там долго-долго думаю. Думаю, я пока не понимаю, что мне дальше делать. И просто где довольно, в общем, это... Долгий проход по локации, ничего при этом не происходит. Так вот, Дима, это красота, по-моему. Мы сможем, по-моему, с ним покорить. Или с камечком... нет, с камечком. Нужно покорить. Приветствую вас, господин. Боюсь, дальше вы не пройдете. Мост разрушен. Послушайте моего совета. Я каменщик и строитель мостов. Хм. Не то чтобы нельзя было перебраться. Там дальше нет ничего, только леса да луга. Спасибо за предупреждение. Тебе не нужна помощь ведьмака. А вы ведьмак, господин? Да. Господин! Нужен ведьмак. Труд всей моей жизни на грани разрушения. Только ты можешь спасти меня от этого безымянного рока и снять с сердца моего печать страдания. В чем дело? У меня был сон. Духи реки, преисполненные отчаяния, просили меня о помощи. Меня, скромного слугу владычицы озера. Только один раз в жизни мы получаем шанс показать свою преданность и верность. Понятно. Старым мостом, о котором я заботился, долго никто не пользовался, и он вышел из строя. Но духи привязаны к мосту и старому руслу реки. Они попросили меня сделать все так, как было раньше. Чем я могу помочь? Рок давлеет надо мной. То, что мы с сыном возводим за день, быстро разрушается ночью. Я готов поклясться, что это проклятые домовые. Я могу помочь, но это будет тебе стоить денег. Я могу предложить на выбор 400 оренов или книгу о призраках и короле дикой охоты. Или ты можешь получить помощь моего сына на время опасных походов по полям. Он отличный лучник. Идет. Иди к старухе, которая живет в деревне. Но берегись. Она ведьма. Сам я боюсь ходить к ней, но она может знать способ отвадить домовых. Хорошо, я схожу к ней. Отлично, вот пригодится помощь его, как лучника-то. Ага, так, знахарки. Ну да, сходим туда. Сходим знахарки сразу же, думаю. Где у нас что-то это место находится. Так, нам нужно направляться... Ну, как раз по пути к таверне. Если не ошибаюсь.
Сразу же тогда, в общем-то, этот квест активируем. Черт, столько квестов, в общем, понабралось. Мы это попозже мы зададим, пока мы здесь, в общем-то, занимаемся квестами. В общем, поможем тем самым ему. Потом, в общем-то, воспользуемся помощью этого, в общем-то, этого каменщика, сына каменщика. В качестве лучника нам, думаю, пригодится. Хотя, конечно, мы справляться там будем с этими полуденницами-то на полях-то. Надеюсь, что-то вот, сам, он там его не убьют. Но при помощи района нам, мне кажется, пригодится. Ну уж, на всякий случай так вот. Хотя, может, Кашиорина взять в качестве награды. Ну, в общем, мы посмотрим, что лучше взять-то стоит в данном случае. Пока тогда, в общем, пополняем этот квест. А заодно в Таморн сходим, там мы сейчас заберем эти контракты. Ну, здесь, конечно, я много чего нас ожидает интересного. Это точно. Так, как нам добраться-то? Не понял, так. А вот, по-моему, таверна-то у нас. Я чуть мимо не прошел, не пошел ни в ту сторону. Да, вот эти мои таверны. Отлично, мы до нее добрались, так. Где у нас дом этот знахарки? Так вот наш. А, Абигайл? Старый знакомый. Встретилась. Приветствую тебя снова, Геральт. Приветствую тебя, Абигайл. Итак, ты нашла себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой. Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Ты ничуть не изменилась. Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки. От нее шерсть их коровы начинает блестеть. На самом деле я изменилась. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Угу. Ещё как. Меня послал Харн, каменщик. Этот бездарь. Он мне чинил дымоход. И с тех пор у меня либо холодно, как зимой, либо полно дыма. Я так понимаю, что его работа на мосту не двигается с места. Точно. А зачем ему услуги ведьмака и ведьмы? По ночам дымовые разбирают мост, а Харну потом приходится чинить его днем. Вот уж и вправду, шаловливые дымовые. Несомненно, он попытался им отомстить, и они обиделись. Их никак нельзя замирить? Верни им их сокровища. Сокровища? Другое племя дымовых живет в полях. Эти злобные коротышки выкрали у наших дымовых их великое сокровище – кошачью упряжь. Кошачью упряжь? Именно так. Люди ездят на конях, а домовые седлают кошек. Иди в склеп, добудь упряжь и возвращайся ко мне. Где спрятана упряжь? В их часовне, которая похожа на маленькую фигурку святого, как те, что ставят на перекрестках. Откуда ты это знаешь? Могла бы сказать, что я прочла это по внутренностям курицы, но правда несколько проще. В меня влюбился один из домовых. Он мне рассказывает обо всем, что происходит в округе. Ты что, шутишь? Ладно, спасибо. Нормально, ничего не скажешь. Ну что ж, идем так, у домовых слепо. Так, Гадельская слепо. Ну что, дадим направляться, что следующая цель-то. Так, это далековато. Проход в поля. А, нам все-таки поля-то нужно идти. Так, я понимаю. Там как раз одной, там сидеть другой квест по ним. Тогда по пути-то. Только понятно еще, как туда попасть в эти поля, вот каким образом туда забраться-то. Как здесь вот попасть-то нам? Да, локация, конечно, довольно большая, еще ничего не скажешь. Ну ничего, думаю, разберемся. Так, ну пока что все-таки нам нужно здесь вот. Ага. Видимо, те, кого мы должны были найти, да? По просьбе. Как бы это ни странно, в общем, звучало. Доброе утро, ведьмак. Мое почтение. У тебя грустный вид. Что случилось? Моя сестра выходит замуж за человека, который ей даже не нравится. Мне нечего надеть на свадьбу, потому что наш отец потратил все свои сбережения на приданное для любимой доченьки. Более того, стоит жуткая жара, которая всех раздражает. А в остальном все хорошо. Не так уж хорошо.
можно мне задать вопрос? Да. Я бы хотел с тобой поговорить. Я не в настроении для болтовни. Понятно. Побежала. Ну ладно, что ж, пора возвращаться обратно, ну, к ней потом мы сходим. Так, Лютиком, точно, с Лютиком пусть поговорить нужно будет еще. Заодно мы как раз пока что в таверне с ним уж полазим, да, здесь, конечно, много всего. Просто это все сразу не получается выполнить. О, не вижу. Отлично, контракт в доске в общем бюллетене нашли. Заберем все контракты, так, на Альпов. Погоди. Так, что там нужно-то? Сначала сейчас заберем по все. Так, на Василисков места нету. Так, что у нас там, в общем-то, выкинуть тогда вот случай придется. Как бы все нужно, но, блин, что вот выкидывать? Даже не знаю. Так, это может, не знаю, вот что такое здесь это стоит. Что нам, ну что нам может не пригодиться? Так, вот это точно выкину. Все, хватит собирать. Так. Неизвестное масло какое-то. Но пока мы, я думаю, оставим, в любом случае, это тоже пригодится. Так, что здесь выкинуть? Тут это, не знаю, может, это пока что. Так, вот это у нас их слишком много. Сейчас, не знаю, собираю все подряд. А так, это снова эликсиру пригодится. Что еще? Вот это может выкинуть, не знаю. Так, вот у нас полно. Ну, пусть остается, ладно. Ты стареешь, бабуля. Так, берем вот это, берем. О, яйца, смотри, какое верное. Отлично, две штуки уже имеется. Так, ну все, так, это место тоже нет, туда что ж такое-то. Да, много здесь у нас всего забито. Мало, конечно, это. Всего, что бы такое выкинуть-то? Блин, даже не на селитр, можешь пока выкинуть. Нет, она может пригодить, хотя... Ладно, выкину это. Чё на её? Нам точно пригодится контракты взять, она будет по их путем сам пополнять. Так, сейчас почитаем, что можно раздобыть. Так. 5. Так, клыков. Альпы. Клыки, 8 альпов. Нужно раздобыть. Так, формация бесяри, в общем, раздобыть. Нужно плюс ко всему еще вот кого-то купить. Книжку, видимо. Под кого интересно, тоже по небо надо. Ладно, контракт на альпов активировали. 5 клыков альпов. Но пока мы их не находили. Таких существ-то. Что еще? Так, так, Негу, по-моему, уже. Сколько нужно всего? Так, зубы Яги вообще. По-моему, у нас они уже есть, да? Сколько-то штук. 4, по-моему, штуки уже имеются, да. 4 зуба. Нужно найти 10 штук. Ну, в общем, раздобудем обязательно. По-моему, уже начали выполнять. Это контракт. Так, что еще там? На Василисков. Так, это наша шкура, видимо, их нужно. Понятно. Тоже потом по ним 3 шкуры Василисков найдем. Надеюсь, что-то недолго не придется их искать. Так, яйца верно, у нас здесь штуки уже есть. Так, 3. Нужно найти еще одну, видимо, да? Отлично. Королевская виверна. Так, 3 у нас как бы есть, все, остается еще где-то одну найти, как я понимаю. Ну ничего, найдем. Раздобудем. Так, и последний у нас этот котомота. На сколопендроморф какого-то. Что-то можно с него добыть там. Ага. 4 панциря. Так, один панцирь у нас уже имеется. Отлично. Отлично. Тоже квест активируем. Таким образом, так. Что у нас еще нужно сделать в этом месте? Так, все вот это мы взяли. Можешь, кстати, таверну, да, заодно пока что есть такая возможность. Нет, добро это. Пока этим займемся тогда. Геральт, это снова ты. Как дела? Мне удалось разыскать Альвина. Альвина. О чем-то таком Трис меня просила. Ой, вбивала мне в голову это целый час. А, она дала мне для него 2-меритовый амулет. Лютик, ты хоть что-нибудь способен сделать как следует? Нельзя тебе дать простейшее задание. А знаешь, Геральт, у меня для тебя посылка. Какая посылка? Не знаю, это для меня слишком сложное задание. Прекращай дуться. Лютик, что там у тебя? Ну ладно. Письмо от твоей возлюбленной. Трис? Давай его сюда. Отлично. Поговорили тем самым с Лютиком. Так, должен дать Альвина 2-меритовый амулет. Потом отдадим обязательно.
когда, в общем, туда вернемся. Так, письмо Атрис тоже потом почитаем, так это пригодится на основе эликсиров. Так, с кем-то нужно еще в таверне поговорить, посмотрим-ка по квестам-то. С кем нужен, так, это туда-обратно. Так, поле мы исходим. Так, здесь с кем поговорить там можно будет помочь, Савул еще с кем нужно вот будет сыграть, в общем-то, можно. Те же кости, тоже квест дальше, чтобы по квесту продвинуться. Так, этим мы пока что выполняем контракты. Так, это мы потом, так, попозже сделаем. А, кулачный бой, в общем, нужно, да, последний противник на таверне, может как раз найти его. Так, это попозже. Так, это тоже нужно на поле сходить, по-моему. Так, это квест, в общем, тоже сделан. Но пока что да. Но это тоже быть попозже сделаем. Пока что думаю...